Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм Добрыни. Богатырь Добрыни у нас. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Такой довольно объемный. Вот так вот вы можете его видеть на фотографии. Такой красивый костюмчик. Вот он из мультика. Похожий. Вот. Удобная упаковочка. Добрыня в доспехах называется. Давайте посмотрим, как выглядит костюм Добрыни. У нас в товаре визитка интернет-магазина. И давайте посмотрим сам костюм. Из чего же состоит костюм Добрыни в доспехах. Комплект у нас входит вот такой вот меч пластмассовый с ручкой. Такой вот красивый меч. Такой довольно большой, но легкий. Пояс у нас. Кожаный такой пояс коричневый. Здесь золотистая пряжка у нас. Вот так вот она блестит, вся переливается. Пояс регулируется. Шлем. Посмотрите, шлем тканевый. Вот так вот выглядит, такой коричнево-черного цвета. Внутри у нас подкладочка идет белая. Вот так вот выглядит шлем. Далее в комплект у нас входит рубашка удлиненная красного цвета, такой бордовый цвет у нас. Длинные рукавчики, по рукавчикам снизу у нас идет золотистая тесьма. Также можете видеть, тесьма у нас по низу рубашки идет. Вот можете посмотреть, такая же цвет рукавом, просто удлиненная рубашечка. Сзади это выглядит вот так. И у нас здесь завязочки по горлышку идут. Также золотистого цвета. Значит, рубашка. В комплект входит у нас красные штаны. Штаны на резинке тянутся, тканевые. И у нас они идут уже с имитацией обуви. Посмотрите, такие бархатные, с искусственного бархата имитации обуви, такие как сапожок имитируют. Очень красивые. Здесь уже с камнем идут, такая красивая. Здесь у нас на резиночке идут, то есть вы можете одевать на ботиночки, либо на носочки. Вот такие вот штанишки. И в комплект у нас входит поверх той кофточки, одевается вот такая еще одна кофточка, ну, что-то имитирующее кольчугу. Вот посмотрите здесь, как у нас красиво все сделано. Это все набивное такое, то есть это объемное. Вот вы можете видеть, что это объемное. Очень красивый цвет, черный с золотом. Вот так это внутри выглядит. Внизу у нас, посмотрите, как красиво, как доспехи. Коротенькие здесь рукавчики идут. И сзади у нас просто обычная прямая кофточка, также с завязочками по горлу. Также у нас тесьма здесь идет по низу, золотистая тесьма. Вот полностью набор костюм Добрыни в доспехах. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.